Артем Владимирович, осталось две игры. Прокомментируйте, пожалуйста, соперников и ту ситуацию в турнирной таблице, которая сейчас есть в чемпионате. Ну, сейчас домашняя игра осталась, последняя, заключительная в этом сезоне. Вот, едет «Орел», приезжает к нам, хорошая команда в этом сезоне. В начале чемпионата не ахти, можно сказать, так выступал, а сейчас второй круг очень уверенно идет. Вот, во втором круге потерпели одно поражение, только дома, Смоленск, а так победы, ничьи, поэтому непростая игра предстоит. Вот. И команда идет сейчас на шестом месте. Ну, в течение хороших обстоятельств может и подняться даже до третьего места. Заключительная игра. Это игра на выезде, но в Воронеже тоже Атом, принципиальный соперник. Не удается никак нам с ним совладать, так хотел сказать. Вот. Дома в этом году сыграли в ничью. Такая сейчас турнирная ситуация, что терять нам очки нельзя, чтобы попасть в призер. Поэтому приложим все усилия для этого. Вот. Домашняя игра, хотелось бы увидеть как можно больше зрителей. Играем в первую очередь для них. Вот. Ну, бывает в связи с погодой, люди, может быть, не приходят. Вроде игрой радовали в этом сезоне их, поэтому хотелось бы, чтобы на последнюю игру пришло побольше, поддержали нас.